5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 8426, которую даже рейдить, мне кажется, не стоит. Можно просто забрать резы из пикапа, там 2, 3, может 4 стака камней и просто свалить. Но так как что-то надо тут сделать, зарейдить, что-то забрать, эти камни сразу заберу. Взял одну фишку, мы зайдем. Где тут надо было взрывать-то? Где тут открыто, кстати, уже не пойму, почему я вижу, что внутри находится. А, во, тут открыто. Здесь стальная комната. Здесь, если взорвать, там ничего не найдете ящиков, тут стальная комната. Поэтому я взорву вот здесь, открою два ящика, сломаю два ящика и заберу железные слитки, дубовые доски и вроде пластины железные тоже тут были. Ну, сейчас посмотрим. Раз. Раз. Ну, вот эти можно сломать заодно. Но, как по мне, сишку тут взорвать не стоит. Тем более две или даже больше. Но того я не стоит. Давай, умирай. Как же классно с блоком чистить, а? Все быстренько. Вот, собственно, слитки. Кто еще бежит? Так, слитки. Тут еще топорик. Вот так вот. Доски сосновые, дубовые. О, еще камни как раз так набрался. Каменные блоки. Это у меня украли, но забирать я это не буду. Так, здесь ничего. 5 аптечек. Ну, можно вот эти забрать, консервы. Может быть, кому-то они пригодятся. Пивасик забрать. Включить. Ой, ключи. Эти самые телефоны, фонарики я брать точно не буду. Сломаю вот здесь. 22 металлолома. А здесь что? Что есть? Ничего. Ладно, сваливаем отсюда. Делать тут больше нечего. В пикапе я показал, собрал камни, в байке ничего не складывал. Ну и смысла взрывать, я вам говорю, не стоит. Заберите просто вещи с пикапа, да и все. И сваливайте. Такие ресурсы, ну, как-то слабенько для одной сишки. Ну а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.